За ходом строительства школы в микрорайоне Финский активно следят родители будущих учеников учреждения. С ними встретился глава округа Андрей Булгаков. Говорили не только о долгожданной школе, процесс возведения которой активно обсуждается в родительском чате, но и на актуальные для всего микрорайона темы. В частности, обсудили вопрос дорожного трафика на перекрестке перед ШТФ, где частые пробки. Стоит задача разгрузить участок автомобильной дороги. Не обошли стороной тему ЖКХ, а именно уборку территории. Так родители сообщили, что зимой не всегда тротуары от домов к школе были почищены надлежащим образом. Сигнализировать же о таких проблемах теперь могут не только взрослые. В школе номер 17 создан совет старшеклассников. Ребята развиваются в разных направлениях, интересуются жизнью округа, активно ведут блоги о себе, школе и муниципалитете, занимаются волонтерской и благотворительной деятельностью.